На Семеновской завершили демонтаж балки виадука, который простоял закрытым 10 лет. Виадук собирались демонтировать в одну из ночей со 2 по 8 декабря, но приступить к работам в эти сроки не успели. Выяснилось, что балка накрепко залита бетоном. Демонтаж назначили на воскресенье, 18 декабря, и планировали справиться за 7 часов. Однако за это время удалось выполнить лишь половину работы. Обе части балки убрали только к ночи. Опора виадука пока стоит на месте. На ее демонтаж потребуется дополнительное время.